Привет всем! Продолжим проходить вампира. Начинаю я немножко не там, где закончил последний эпизод. Ну, я просто шагнул в портал. И вот мы вернулись обратно в монастырь. Так, оружие, вот которое я не подобрал. Ну, давайте, наверное, вот так вот поступим, поскольку предстоит нам бой с довольно-таки неприятным противником. И сейчас скорость будет важна. Вот, кстати, пропал, по-моему, звук скелета. Звук костей этих в этом районе. Ну, наверное, какой-нибудь баг просто-напросто. Может быть, залез скелет. Или неудачно зареспаунился. Или просто залез, когда урон получил за текстурки. Ну, не знаю, ладно. Так. Меркурио, в принципе, сам по себе несложный. Но вот его способность, его дисциплина, чумное дыхание, это весьма неприятное, поскольку очень быстро вызывает безумие. Плюс ко всему, на низких уровнях сильно дамажит, вот. А я думаю, что она у него не первого уровня, сама по себе дисциплина. Так. Давайте, наверное, сохранимся. Надо сказать, что большинство битв с боссами, со многими боссами, непредсказуемы довольно-таки. Вот, например, Азру я быстро убил, довольно-таки быстро, сам не ожидал. С Меркурию я, в принципе, сейчас могу довольно долго провозиться, и не с первого раза его даже убью. Вот. Поэтому тут не угадаешь, что называется. Так. Так. Давай, наверное, вот как-то так сразу. What? How comes out here? Flee now, and the great Mercurio will not smite thee. So, hiding like a rat in a hole, whilst thy kin fight valiantly in defense of thy theft. Thou art a clotpole of a coward. I hide not. Ну, сперва полностью диалоги посмотрим. Чую я, не первый раз мне придется их слушать. I shall crack open the tree of life, and uncover all the secrets of death and life. Вот не помню, на что влияет конкретно этот выбор. Ну, вернее, влияет ли он вообще на человечность или нет. Ну, допустим, вот этот. I shall tell thee the secret of death and life. Give us the nod fragment, and we shall let thee live. Nay, thou wilt tell Garinol of my theft. Tis better I bury thee in a secret grave. With stakes of oak piercing thy heart, and a wraith worm shall hollow out thy noble brows and robust cheeks. Так. Let's loose thy wrath. Забыл я поставить сразу в боевой режим. Ну вот так вот поступим. Он, скорее всего, пытается призвать зомби, по крайней мере, поза его вот это указывает на это. Так, как бы нам так сейчас поступить? Не хочется просто-напросто по 100 раз загружаться. Так. Ну, я так думаю, попробовать его атаковать вот этой косточкой. Надеюсь, я все-таки на криты определенные. Ну, и попробую забросать его святой водой как-нибудь все-таки. Может, получится. Так. На тройку, значит, она мне идет. Ну, давайте, что ли. Ну, спасла меня водица. Не в первый раз спасла она меня. Так, фрагмент мы заберем чуть попозже. Сейчас сперва обшарим, что у нас тут. О, отличный полуторный. Но силы нам не хватает, да?
Да, 45 силы надо. Ну, сейчас мы вернемся в убежище и, собственно говоря, силушку-то и прокачаем. Нашу богатырскую. Так. Ну, это, надо сказать, мне очень сильно повезло. Потому что, поверьте, тут всегда не угадаешь. Ну, кто играл, тот, я думаю, представляет себе прекрасно, как оно бывает. Так. The signs of Gehenna, Canto 4. So too, our grandsires will rise from the ground. They will break their fast on the first part of us. They will consume us whole. What means this dire portent? This is a great secret known to a few wise vampires. The Book of Nod tells us that the 13 ancient founders of the vampire clans will one day rise from their age-old sleep. When these antediluvians emerge from torpor, they shall fall upon us, their descendants, and gorge their unholy thirst upon our blood. The day they rise is called Gehenna, or the Winnowing, and it signals the end of all that is. We know not how to prevent it, but even now Ekaterina searches for a way. Why didst thou not tell me of this? With such evil barking at our heels, we must hasten our work. Forgive us. Most young Cainites are not ready to hear it. They mistrust their sire, and that we cannot have. No. The reeky, bat-fouling old Puttock fears that I seek to betray him. But he shall not know with a certainty until the last of his sludge blood oozes from his pus-ridden corpse. The old maggot pie needeth my power in defense of his withered haven, and shall overlook my indiscretions. So I must keep his mewling household in a frenzy, defending themselves from aggrieved villains. I shall steal from the beslubbering Brujah to draw their wrath upon him. However, should his crusty majesty plumb the secrets of the golem, he shall need me no longer. So, I shall pollute the rabbi's gall-faced golem with grave rot, making it useless to him. Then shall I drink the old leper's blood before the moon hath fully waned. Да. Garinal's search for wisdom has not trespassed into our haven. 'Twas his false servant, Mercurio. We were fortunate to find the fragment before another clan could learn of it. Others might not have spared Garinal in the search. Весьма неприятное сообщение, ну вот, оставил нам Меркурио. Подпортил он голема в еврейском квартале. И как раз наша следующая миссия будет именно с этим связана. Смирением голема. Так, куда там бежать-то? Да, надо сказать, что в настольной версии игры «Вампир» как раз-таки события, вот, связанные с Гиеной, по-моему, как произошли. Может быть, не совсем в том виде, в котором, так сказать, все вампиры к ним готовились. Вот. Но есть там, по-моему... вот боюсь ошибиться я. Что-то вроде 5, по-моему, или даже 6 книг. Вот. Ну, под книгами я, понятное дело, подразумеваю специфические издания для pen and paper, вот, игр, где, в общем-то, подробно описывается, как пришел, так сказать, конец света к вампирам, скажем так, вот. Ну и потом, по-моему, выпустили они переизданный вариант правил, которые довольно-таки много разнообразных изменений имеет. Вот.
Ну, откровенно говоря, мне не очень нравится там, как с дисциплинами поступили, с кланами. Многие довольно интересные дисциплины убрали, вот. Поэтому как-то вот последнее это издание мне не нравится, скажем так. Ну и, кстати говоря, да, раз уж я заговорил о вселенной и событиях разнообразных, довольно неприятное произошло событие 14-го, по-моему, числа, вот, апреля как раз-таки, вроде, сообщили, что, в общем, не будут разрабатывать MMORPG по вампирам, по миру тьмы, вернее. Вот, проект заморозили. Ну и теперь неизвестно, кто его подберет, подберут ли вообще, будет ли он разрабатываться. Понятное дело, что уже он не будет в изначальном виде, в котором его запланировали. Обидно то, что работали над игрой как раз-таки люди из Белого Волка. Именно они занимаются настольной версией игры. Вот. Их как раз-таки выкупили вот те ребята, которые... Ive Online, по-моему, называется игра, да. Ой-ой-ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо. Спокойно, забыл я. Вот, кстати говоря, имейте в виду. Это я, так сказать, нежелающе продемонстрировал, что будет, если вот так поступать. Не выставлять на хотя бы на мирное. Вот. Так. Так вот, выкупила в свое время студия, к сожалению, сейчас название ее не вспомню, которая разрабатывала Ive Online. Вот. Выкупила она вот как раз таки White Wolf. Ну и, соответственно, они задумали по миру тьмы создать хорошую RPG. Ну вот, что-то они там то ли со средствами у них, как всегда, напряженка случилась, то ли, не знаю, еще что. Ну, кому интересно, я думаю, знают и так все это дело. Кто впервые услышал, но хочет посмотреть, в принципе, сейчас остается вам только, пожалуй, что арты. Вот. Да, может быть, какие-нибудь ролики на их основе. Это единственное, что осталось сейчас от проекта. Ну, не знаю, он, в принципе, отменен, заморожен. Это, конечно, ничего не говорит. Тьфу ты. Убил я все-таки его. Ай. Ну ладно, нам на самом деле важна человечность исключительно Кристофа. Ладно, больше я так делать не буду. Но я вроде же его не допил. Странно, что он умер. Ладно. Неважно. По пятерочке, таким образом, мы выяснили, снимается человечность за убийство мирных. Двигаемся в наше убежище. А, сперва Канескочку пойдем. Точно. Let us return to the university, where Katarina shall surely celebrate our triumph. I cannot share thy pleasure for such a deed. Come now, before thy embrace, did thou not slay evil creatures? Behold, thy mission survives even thy death. That is scant solace for the loss of my soul. Thou dost brood too much upon events thou cannot change, Christoph. Seek consolation in our Promethean mission. Bury thy woe in the blood-drenched soil of battle. I have found that the fury of war weaves enchantments that soothe even the most troubled heart, kindred and kind alike. I well know the seduction of warfare. Then thou knowest the joy of cutting a bloody swath through thy foeman. The only joy I felt was in doing the work of heaven as a soldier of God. I have done nothing to warrant this fallen state. How can God allow men to become demons? How can God snatch away the promise of salvation? God allows the innocent child on the battlefield to cry and does nothing. So why should God prevent the misery of a killer like unto thee? I do not know. I have not considered these things. Come.
I promised thee a trip to the convent, but make haste. Dawn comes quickly. Christoph? My love? Thou art accursed, if Christoph be thy love. Nay, do not go, my lord. Let me look upon thee. Good my lord, forgive me. I was filled with fright to behold thee. Thy comely face is now sicklied over with a pale cast, and I scarcely recognized thee. Forgive me. Thou hast been gone so long, we feared for thy life. Thou feared aright, for I am dead to the world, and my soul is lost. Do I behold a ghost? Nay, I touch thy arm, and I know thou art flesh and blood. Not flesh, only blood. My lord, thy words do fill my heart with fear, and I tremble. Good my lord, why dost thou look so strangely upon me? My mind is filled with thoughts of such base villainy. My hunger for thee is stronger now than when my heart did pump its own warm blood. I know not what misfortune weighs so heavily upon thy soul, or has driven the rosy warmth from thy cheek, but the heavenly powers can banish all such darkness. Should they banish this darkness, they would banish all that is left of me. Say not so. My lord, I know thy heart, and thy soul is pure. My heart, my soul. Thy words torment me with remembrance of all that I have lost. I was a fool to have come here. I must never return to a house of God. Nay, I pray thee, stay. My honored lord, thy soul is in peril. My honored lady, my soul is lost. My cause is doomed, and I am damned. I go. I will not look upon thee again. Then I pray thee, my lord, receive this token of me. 'Tis but a small amulet of St. Jude. Thou didst give it me, and it hath soothed the pangs of mine own heart that began when first I beheld thee, and a desperate, hopeless love did grow in my breast. Mayhap it will be some consolation to thy doomed cause. Art thou deaf, woman? My cause is lost! Therefore do I offer thee the amulet of Jude, patron saint of lost causes. Oh. Now, sweet heavens, guide him. Любуса все еще тут. Давайте с ней еще разок поговорим, может, чего нового расскажет. I walked, and under my feet the floor did quiver. I looked, and beheld that I trod upon the bloated belly of one even more wretched than I. Once I had the faith of an innocent. He did ravage me, and took my faith away into his cathedral of flesh, where the soft and dripping walls swallow all sound, even the sound of my screams. It fed him, and he grew. Like gel sacks of rot on decaying wood, he groans. He will awaken soon. My innocent faith fed him and made him stronger. Soon, he will be strong enough to awaken and defile the purity of the world. Так, ну ладно, давайте побыстрее чуть-чуть. Taken me. He has... Ну все, пошло на, так сказать, повторение. Да. Воевода Вышеграда. Такой. Он может.
бочечки, наверное, не установились. Это давайте проверим. Тут, по-моему, пара была раньше бочонков. Ну, нету их. Да. Бочек нет. Собор, конечно, нас уже не пустит, понятное дело. Да, давайте вот так. Так. Ну, мы, естественно, должны сейчас вернуться в наше убежище. Ну, а потом, прежде чем отправиться на очередную миссию, я, пожалуй, схожу и распродам кое-что из того, что мы насобирали. Вот. Так. А, ну да, и прокачаться, конечно, надо будет, естественно. Хотя, собственно, давайте сейчас этим займемся. Сразу заберем из сундучка все, что есть. Заодно прокачаемся. Продадим. Вот. Всяко ненужное. Ну, а потом к Екатерине уже зайдем. С докладом, так сказать. Так, о, я и забыл, сколько я тут всего понахапал. Так. Даже не знаю, как я все это уносить собираюсь. Булава с шипами, она неплохая, но точность у нее, поэтому лучше вот полуторный оставить себе. Так. Ну, пока нормально вмещается, более-менее так. Как бы не пришлось мне два раза бегать, не хочется, честно говоря. Ну, ладно. Как-нибудь попробуем исхитриться. Все-таки. А, так, собственно, а что, я стрелы-то я продавать не буду. Зачем я их буду продавать? Равно как и лук. Лук я тоже продавать не собираюсь. Так. Тогда это упрощает задачу. Сюда куда-нибудь. Так. Вообще, конечно, надо вот эти вот штуки качать. Но с другой стороны, все остальное тоже не следует оставлять без внимания. 45 под оружие качаем. Так. Так поступим. Ну вот так вот как-то. Так, теперь ты. Могущество. Объятие земли, в принципе, вещь неплохая. Но не так, чтобы сильно хорошая, с другой стороны. Силу повысим. А вот это тоже повысим. Ну вот так. Пусть будет.
Просто когда нужно качать все практически, ну или же просто довольно много различных дисциплин, различных навыков, не так-то легко и определиться, что нужнее. Потому что нужно, по сути, все. Так, давайте к кузнецу тогда отправимся. Можно было, конечно, манипуляции подкачать побольше. Вот. Тогда бы, конечно, у нас еще по более выгодной цене все это дело пошло. Но, учитывая, что скоро нам предстоит встреча с големом, на что намекнул нам журнальчик как раз-таки. Вот эти вот записи Меркурио. Так. You have my hand on it. Tis a deal. Good day to you, young sir. О, другое дело. Так, все перебрасываем. Ага, перебрасываем. Все перебрасываем к Кристофу, все, что хотим продать. Глава неплохая, ну ладно, что уж там. Все вот эти вот кинжальчики. Придется нам, наверное, еще сгонять до бабуси, потому что познать бы надо эту статуэтку, продать ее. Ну и к тому же, может быть, у нее что-нибудь хорошее я прикуплю в виде амулетов. Так. В общем-то, ничего лучше кожанок, по-моему, тут пока не будет на данном этапе. Ну, вот за исключением таких специфических вещей. Но их-то я покупать не буду пока. Вот, кстати, хорошая штука, бастион. Так. Можно, конечно, купить кожанку получше. Огонь, электричество, сильный, тупой 30. Ау. Вильяма 15-10. С другой стороны, тоже не очень хочется и тратиться. Хотя... Да нет, ну кожанку по-любому надо. Или не надо. Ладно. Давайте тогда... Пока продадимся все-таки до конца. Алебарду я, наверное, ему... А хотя, ну ее в баню. Зачем она мне нужна, алебарда это? Так. Все перемешалось тут. Вот. Good day to you, young sir. Забирай алебарду, забирай вот это все. Оно мне не надо. Так. Полуторный. Хорошая штука. В принципе, учитывая, что нам сейчас не надо будет по вампирам бить. Мы вот так вот сделаем. О, какая. Так. Ну, я, наверное, все-таки куплю ему броньку, потому что это, конечно, она ни о чем. Так. Good day to you, young sir. А это я продавать не буду пока. Вот. Даже так. Good day to you. Это я поторопился, да. Отнимает это все время, но... Good
Ничего не поделать. Это все-таки часть процесса игрового. Good day to you. Вот. А это мы занесем тогда в наше убежище, когда пойдем к Екатерине. Так, и к старой цыганке я хотел зайти. Правда, я теперь потратился на броню. Не знаю, наверное, мне ни на что особо-то и не хватит. Но бутылок с кровью я прикуплю, пожалуй. A young sister did come to me from the convent. A clever lass she was, and more valorous than many a young warrior. She bade me give thee this letter. Так. Это мы почитаем попозже чуть-чуть. How can I help you? Давай сюда вот это. Святая вода мне пока что, наверное, не понадобится. Вакцина. На, забирай. Да, колечки, конечно. Ой-ей-ей. Вот неплохой тоже амулет. Стоимость крови для дисциплин уменьшается. Но это все надо покупать, когда у нас уже будет прокачано гораздо лучше. Манипуляции. Вот. А пока что... А, кстати. Чё это я? Понабрал всякой дряни. Мне-то оно не надо. В принципе. Вот. Ну ладно, пусть остается у него это колечко. Пока что. А, кровь. Чё это я? Greetings, Kristoff. How can I help you? Так, кстати говоря, вот давайте один этот свиток прикупим тоже. Пригодится. Так, и бутылок. Ну, вот так как-то. Farewell, young one. Строго говоря, в основном приходится тратиться именно на бутылки с кровью. В основном. Потому что в бою по большей части некогда питаться, некогда, вернее, негде пополнять кровь. Вот. Ну, нормально. Даже, наверное, с перебором отдай обратно. Ой, уронил. Да, можно было еще мелочевки всякой купить к защите. Ну, там, например, не знаю. Вот хотя бы перчатки там, шлем. Но это потом все. Хотя, с другой стороны, голем такой. Тоже себе неприятный противник. Довольно мощный. Если ударит, то ударит. Да, может быть, даже и стоило у кузнеца прикупить чего-нибудь такого хорошего. Ну ладно. Давайте посмотрим, что у него есть все-таки. Good day to you, young sir. Так. Ну, ермолка, понятно. Кстати, она довольно дешевая. В принципе, можно купить. Меня интересуют перчатки. Кстати, тоже, в принципе, недорогие, могу себе позволить. Так. Вот, кстати, смотрите, разница в цене есть уже. Уже на этом этапе. Так. Это пока тебе. Храни. Good day to you, young sir.
Еще перчатки давай мне. Так, шлем. Шлем, мне интересует шлем, есть ли полный шлем. По-моему, его нет. Ну вот она, сабля. Кстати, неплохая, в принципе. 30, но у нее точность, конечно, так себе. Никакая у нее точность, откровенно говоря. А вот есть легкий шлем, кстати. Тогда мы вот так поступим. Себе купим легкий шлем. Это тебе. Это мне. Это тебе. Забавно, конечно, что разработчики вот не потрудились перевернуть эту перчатку. Ну, просто использовали текстурку одну и ту же. Получается, у нас две одинаковых руки. В данном случае правых. Может, оно и хорошо. Ну что, возвращаемся мы в наше убежище. Вот. Скину я там кожанку. Легкую. И, наверное, завершим серию. Отчитываться перед Екатериной пойдем уже в следующий. Ну и дальше, соответственно, по сюжету тоже двинемся. Так. Давай, давай, подходи. А, забыл продать. Ну ладно, потом продам. Все потом. Ну что ж. Всем спасибо за внимание и до скорых встреч.